Приветствую всех на моем канале. И в данном коротком видео мы обратим внимание на интересное ICO. Давайте начнем наш обзор. В связи со стремительным развитием криптовалютного рынка, с каждым днем на его просторах запускается все больше новых ICO. И сегодня в сфере ICO можно обнаружить сотни и даже тысячи различных проектов, которые привлекают к сотрудничеству инвесторов. Стоит отметить, что само по себе направление инвестирования в криптовалюту достаточно перспективное, но очень важно анализировать потоки средств и правильно подбирать проекты для вложений. Для того, чтобы полноценно оценить возможности развития проекта и шанс получения прибыли с инвестиций, стоит подробно ознакомиться со всей информацией, которая предоставлена на сайте. Особенно стоит обратить внимание на следующие разделы. Дорожная карта. Это основной раздел, который позволит нам кратко ознакомиться со всеми особенностями компании и также этапами ее развития. Здесь мы можем увидеть дату основания проекта. Кроме того, отследить каждый этап его становления, начиная от возникновения идеи. Также можно увидеть более подробную информацию о каждом из этапов, в частности, полноценное описание идеи, ее ценность и актуальность, все особенности ниши и прочие важные моменты. Также это дата начала и окончания при ICO и непосредственно ICO. Мы можем увидеть, на какой стадии развития находится проект. И что примечательно, он уже прошел большинство из них и поэтому заслуживает нашего доверия. Также мы можем увидеть полноценную информацию о токене компании. В частности, его полное название, также буквенное обозначение, текущую стоимость. Так как проект находится на стадии ICO, токены продаются непосредственно на сайте, и в дальнейшем их реализация перейдет уже на бирже, и стоимость будет динамично расти. Можем также ознакомиться с тиражом токенов, который, кстати, не изменяется на протяжении всего существования проекта. Можем рассмотреть карту инвестиций, на которой обозначены все направления средств и куда они будут направлены. Конечно же, стоит обратить внимание на раздел «Команда и советники». Этот раздел заслуживает особого внимания, поскольку от профессионализма команды зависит перспективность развития. Подчеркну, что у проекта достаточно сильные сотрудники, которые имеют большой опыт работы в ICO, и, кроме того, команда пользуется услугами более квалифицированных сотрудников. Такое положение вещей дает нам уверенность удачного развития, соответственно, и большого заработка для нас. Подводя итоги, хочу заметить, что уже сейчас на этот проект возложены большие надежды, и стоимость токенов после окончания ICO с каждым днем будет уже только расти. Поэтому, если вы хотите начать инвестировать в криптовалюту, то именно это ICO может стать отличным решением для начала пути инвестора. Кому данное видео помогло, буду благодарна, если вы поддержите наш канал, подпишитесь и поставите лайк. Следите за новыми обзорами. Всем пока!